Сцена любви, шумный праздничный вечер или целое войско. Увидеть, что же окажется за занавесом, самый трепетный момент каждого вечера. Но что бы здесь ни ставили, уровень Шаляпинского – знак качества. Зрители ждут фестиваля целый год. Эту музыку невозможно отказаться от нее. Артисты сильные, чувствуется сразу. Будет еще Борис Стаценко, его я просто обожаю. Делаем такого утонченно-аристократичного не крестьянина, а прямо светского человека. Так знаменитый баритон Борис Стаценко превращается в Жоржа Жермона из «Травиаты». За нынешний фестиваль звезда Шаляпинского уже исполнил главные партии и в премьерной «Набукко», и в «Риголетто». За 35 лет на сцене я ничего нового не почувствовал. Сцена, она всегда обязывает к полной отдаче. А американской солистке Лакити Митчелл достаточно самой нанести макияж. Решено, что эфиопскую рабыню Аиду и играет этнически близкая артистка. Партию она исполнила впервые не только на Шаляпинском, но и в своей карьере. По ее словам, дорасти до Аиды – мечта любой певицы. Публика приняла со всей теплотой, а вот казанский февраль встретил сурово. Но певица нашла лучшее лекарство от мороза. О, да, я люблю борщ, и вообще мне очень нравится в Казани. Люди по-доброму относятся, приятно работать в вашем оперном театре. Я надеюсь еще вернуться. Александр Трофимов из Мариинского театра на Шаляпинском впервые. Несмотря на это, в оперный приехал ближе к выступлению. Перед этим фитнес. Хотя работает голос, тренировать нужно все мышцы, а энергию лучше оставить для зрителей. Я люблю приходить за час до спектакля, потому что вот это волнение, которое присутствует, ты уже загримировался, оделся, сидишь, и вот что тебе делать? То есть вот эти час-полтора ты сидишь, есть особо нельзя, потому что на сытый желудок много не споешь, пить тоже нельзя, и вот ты ходишь из угла в угол и нервничаешь. Магия на сцене начинается с секретов закулисья. Вот готовят реквизит для пышного праздника «Виолетты» из «Травиаты». Фужеры льется не игристая, а обычный чай. Декорации сцены соответствуют масштабам знаменитого фестиваля. Для храма Изиды из оперы «Аида» соорудили действительно гигантские статуи египетских богов. Фестиваль Шаляпина на родине знаменитого певца – история длиной уже в 36 лет. Все это время он в центре внимания не только ценителей оперы, но и профессиональных музыкальных критиков. Это такой бросок, это такой скачок. 36 лет держать вот эту планку. Это самое шикарное, что только можно себе вообразить. И поскольку вы здесь живете, вы сами это знаете. По долгу службы от критиков и конструктивные предложения. Нужно очень тщательно подходить к кастингу голосов. Спектакль «Травиата», я считаю, что он распался. Вот завтра будет репетиционный день, а это можно было посвятить какому-то концерту этот вечер. Половина вечеров очередного оперного праздника уже позади, но и дальше ярчайшие жемчужины фестиваля. Оперу «Борис Годунов» исполнят 13 февраля, в день 145-летия Шаляпина. А в завершении долгожданные гала-концерты. Лина Зинатульна, Андрей Сентальцев, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.